Смертельный обед. Пожилая чета была доставлена в городскую больницу с подозрением на отравление. 70-летнюю женщину спасти не удалось. Она вскоре скончалась. Ее муж до сих пор находится в тяжелом состоянии. По одной из версий, супруги вместе ели суп, сваренный из куриных потрохов. Их купили в одном из магазинов города. В следственном отделении Димитровграда началась проверка. И пока эта версия отравления некачественным куриным мясом не подтвердилась. По заключению медицинской экспертизы, смерть женщины наступила в результате сердечной недостаточности. Проверка продолжается. Анализы погибшей отправлены на исследование в областной медицинский центр.